В Санкт-Петербурге прошла конференция импортозамещения нефтегазовой промышленности. Участие приняла и компания «Газпромнефть». С 2015 года здесь работает департамент технологических партнерств и импортозамещения. За это время проведено больше 120 испытаний нового российского оборудования и создано 50 уникальных продуктов, замещающих зарубежные аналоги. Еще около 170 находятся в стадии разработки. Начальник департамента технологических партнерств и импортозамещения «Газпромнефть» нефти Сергей Архипов отметил, что независимость от импорта в нефтегазовой отрасли – сложная задача, но вполне выполнимая. Открытая дискуссия с участием представителей власти, индустрии и науки позволила определить основные проблемы и наметить новые шаги по укреплению технологического суверенитета России.